Какой самый обидный отказ был Comedy в твоей Battle. Жизни? Да? Угу. Что произошло? Как это? Я почему-то в какой-то момент решил, что я просто потрясающий юморист, и я пишу невероятно смешные ухахайки и стендапы. Я приезжаю, значит, сидит молодой человек, не будем называть его имени. Не будем. Я начинаю рассказывать свой стендап, я уже не помню, про что он. И он говорит: послушай, ну это отвратительно, это ужасно. В качестве исключения я готов дать тебе второй шанс, если ты за ночь напишешь новый стендап и принесешь его завтра. Я иду, пишу новый стендап, приношу его завтра, он говорит: слушай, это отвратительно, пока. Мне 16, я плачу, это была последняя моя возможность, как мне казалось. Ты человек, которому отказывали огромное количество раз. Друзья, перед нами армянин, который добился всего без связи. Это правда.